Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Frozen City. Так, они у меня спят. Хорошо. Так, что у нас? Так, подрываем все отлично. Включаем большой костер, чтобы не замерзли они у меня здесь. И, наверное, нам надо будет повышать уровень, чтобы станция сбора мусора, кухня, чтобы это все можно было бы прокачать потом. Так, все, проснулись. Можно, наверное, супер костер вырубить. И смотреть, что нам нужно, какие ресурсы построить. Пошло, да, дело? Пошло. Это у нас... Что за здание? Станция сбора мусора. Окей, но мне нужны людишки. А для того, чтобы людишки, нам нужно улучшить кровать. В плане. А, так у них уже уровень 5 койки. Нужен металл. Так, давай-ка мы, наверное, сюда кого-нибудь отправим. А у меня некому назначить. Ха-ха-ха. Твою налево. Значит, нам придется построить общежитие. А чтобы его сделать, нам нужен металлолом. Вот это я попал. Так, ребят, давайте-ка мы с уголечком, наверное, одного уберем и поставим его на сбор металлолома. Так, лопаты и набор инструментов нам нужно. Если мы набор инструментов сделаем, у нас будет доступна новая какая-то постройка. Слушай, а нафига он уголь собирает? Вот я не могу понять. Если у нас бесконечные дрова, зачем нам туда уголь? Этот добывает мясо, но пока нас мало, поэтому все, в принципе, нормально. Угу. Добыли уголь. Надо будет еще, конечно, две общаги сделать. Но для этого, сам видел, нужен металлолом. Мне просто интересно знать, сколько он будет добывать. Сколько там написано? Плюс 3. Это вот он сейчас только лишь плюс 3 будет, вот за то, что он копает. Вот это вот зеленая полоска, это будет плюс 3 металлолома? Хм, или что, или как? Сколько он добывает? Вот что я не могу понять. 15. Если он сейчас добудет, должно быть 18, так? Ну-ка. Нет, 30. Там, в принципе, пишется, сколько он получает металлолома. Так, этот голодный. Но там, в принципе, пайки уже готовы. 4 пайки есть, поэтому если уж сильно проголодается, то пойдет и поест. А нам дают 15. 15 металлолома он ищет. Слушай, давай-ка, мужичок, ты, наверное, у меня тоже завязывай тут с углем. И беги. А-а-а, тут один только. Не-не-не-не, тогда возвращайся. Там только один может добывать лом. Все. Ну, значит, другого выбора нету. Как ждать, пока он накопит. Жалко, здесь нет в игре, знаешь, чего? Повышение скорости. Так, еще больница у нас будет. То есть каждый домик нам дает двух новых прихожан. Как они приходят, сразу делаем что? Одного отправляем на мясо, потому что нам нужна будет еда. Так, они все завязывают работать и, соответственно, идут кушать. Общежитие. Улучшать я не буду, мне нужно именно построить. Так, ладно, сейчас они перекусят. Комфорка. Это я пока улучшать здесь ничего не буду. Да, действительно, они очень голодные были, судя по их красной шкале, особенно вот этот вот. И это еще более-менее. А чем он, интересно, таким занят, что прям такой люто голодный был? Металл? А, он мусор собирает. Нет, он пошел охотиться. Не понял я юмора.
А ты чего? Ты хотел, наверное, поохотиться, а он занял твое место, да? Или тебе просто-напросто тупо не хватило еды? Я не знаю, что он тут. Что он шуркается там? Понятно, он поменялся, короче, ролью. Теперь он на кухне, а девку отправил добывать уголь. Молодец. Мужской поступок, ничего не скажешь. Так, 75. Мало еще. Это получается у нас 90 сейчас, да, уже 90. Еще пару разиков и все, и мы сможем построить еще одну хижину. Соответственно, к нам придет поселение. Ну, не поселение, а новые людишки. А в этот лагерь я могу перейти? Только здесь, наверное, делать нам все равно нечего, да? Не-не-не, ребят, давайте-ка мы возвращаемся обратно. Город в долине. Там все у нас разведано, поэтому смысла нету туда идти. Да, добывает он, конечно, медленно, но потому что тут, видишь, можно, в принципе, за уголь же прокачиваться, да, набор инструментов. Да. Перчатки. Ну, по-моему, немножечко быстрее стал добывать. Совсем маленькая. Так, ну что, мы ставим, да? Общежитие номер 3. Так, строительство завершено. Выжившие прибыли, где они? Шеф-повар не работает. Вон они, выжившие. Короче, это охотничий домик мне надо. Хотя, в принципе, на охотничий домик тоже надо. А он один тут всего лишь. Жаровня. Жаровня и охотничьи принадлежности улучшаем. А чтобы улучшить, нам не хватает 22 тысячи. Слушай, холодно им становится. Становится темно и холодно. Ну, что-то вообще дофига, что-то как-то вы требуете. Так, улучшить кровати и письменный стол. Ага, кровати, конечно. Твою налево. О нет, что случилось? Ты очень плохо выглядишь. Прилег и отдохни, бедняжка. Говорю тебе, иди отдохни. Так, атрибуты выживших. Потребность в тепле. Чем ниже температура, тем выше вероятность заболеть. Ага, можно еще и умереть, оказывается, здесь. Потребность в еде. Когда выжившие голодны, эффективность работы падает на 10%. Когда выжившие утомлены, также падает на 10% у них все. Так, ну он лежит у нас. Почему на кухне-то никого нет? Комфорку улучшать. Не получится у меня комфорку улучшить. Не получится. Тогда давай сюда еще одного. Будут уголь добывать. Все, что ли, у них? Время спать? Да, у них получается время спать. А что мне вот с этим делать-то? Этот еще голодный, ему не хватило еды, по ходу дела. А что они не ложатся спать? Я что, не врублюсь? Стоят, смотрят куда-то. Что они там увидели-то? Спать ложитесь, господи.
все, пошли. А, видимо, понял я. Они с нуля ложатся спать. Больничка. Больничка. Так, станция 3. Так, мусор в травурне. Блин, ну я не знаю, как мне построить больничку. Если он всего лишь один добывает металлолом. Один. А здесь некого назначить. Чтобы кухню прокачать, тоже нужен металлолом. Все упирается в мусор, в металлолом. Вот такие вот дела. Ну что же, ждем тогда. 6 утра, встанут, пойдут за углем. Единственное здание, которое нам нужно построить, это получается даже два здания. Общагу и больницу. Но мне не нравится состояние здоровья вон того мужичка. Так, еды очень мало. Дерева достаточно. Очень мало. Так, прогнозируется величина. Блин, ну что вот мне с ним делать? Откинет копыта? Давай. В 4 утра просыпаются. И идут по делам. Кроме, конечно, одного. Один у нас заболел. Все. От него, как говорится, толку не будет. И, кстати, кровать дает нам улучшенное высыпание. А если у нас кровати не прокачанные, то они, естественно, и спать не будут нифига. Точнее, будут спать, но высыпаться они не будут. Это факт. Так, я не понял, 4 утра, они же должны, начался новый день. Так, что это такое? Мастерская, общежитие. Охотничий домик, угольные шахты. Кухня. Увеличивает верхний порог населения. А что для этого надо? А для этого нужно нам металлолом. Что-то мне кажется, что она дуплится у нас сейчас. Почему здесь только один может копошиться-то? Я никак не могу понять. Давай там ломиком своим махай как следует. Плюс 3. Сколько он уже добывает? 30-ку уже. Уже добывает он 30. Не, мужик, по-моему, ты не жилец. Никак я тебе тут помочь не смогу. И охотник, да, у нас тоже один. Ей-ей-ей-ей. И охотник у нас тоже один. Короче, делаем так. Уголь, нафиг. Беги сюда. Нам надо мясо. Без мяса мы тут, извини меня, далеко не проживем. Так, больничка, что там у нас? 209, хотя, может быть, успеем. Может быть, не факт, но... Хотя, вряд ли. Так, плюс еще 3, да? 275. Нужно 300 с лишним, да? Так, 3 пайки готово. Сейчас они еще на обед, блин, побегут. Есть, строим. А что я не могу построить?
требуется станция мусора второго уровня. Серьезно, блин? Пипец. Ну, 100 металлолома. Мужик, как тебе помочь-то? Наверное, никак. Наверное, так и погибнет. Мужичонка этот. Улучшить 667. Короче, мужик, ты извини, но никто тебя, по ходу дела, не спасет здесь. Я сомневаюсь, что кровать тебе тут как-то поможет. Да, жаль, жаль, конечно. Нифига они тут придумали, блин. Я не могу построить, пока, блин, не сделаю себе этот. Вон они пошли уже обедать. Всего лишь 3 пайки, кому-то не хватит. Потребность в тепле. Улучшать больницу. Так, улучшать больницу. Это понятно, что улучшать больницу. Если мне ее даже построить не дали. Все, он умер, да? Да, по ходу дела. Чувачок отдуплился. Или красная полоска, наоборот, повышалась. Это он, значит, выздоравливал. Да, скорее всего, так оно и было. Это не то, что он помирал. Это просто он выздоравливал. Так, здесь у нас двое. Можно улучшить охотничий домик. Здесь комфорку надо улучшить. Комфорку, если мы улучшим. Так, один у нас, по-моему, не назначенный, да? Шоркается здесь без дела, так скажем. Пускай идет сюда. Мужик, а ты куда собрался? Давай, давай, там копошись. Лопаточки свои почаще, почаще, как говорится, копай. А что гимы нам дают? Что мы на гимы можем пропустить, 60 минут пропустить. 120 минут пропустить можно. Это типа у них такое здесь местное ускорение, да? Хитрецы, однако. Ну-ка. Домик. Домик, ребята, второго уровня. Ну и прекрасно. Общашку улучшим. И новенькую сейчас еще построим. Еще 2 работничка к нам придет. Еще 2 работничка к нам придет. И что мы сделаем? Куда мы их назначим? Пока некуда. Пока некуда. Надо будет тогда столовку прокачивать. Улучшаем. Улучшаем столовочку. Так, а подожди, а почему здесь-то так? А, все идет, идет, идет. Мне показалось, что замерло. По 100, он по 108 уже добывает. О, красава. А уголечка-то не хватает, не хватает нам. Угу. Так, раздевалка-то что дает? Я не знаю, ребят, что нам дает раздевалка. Ну, переодеваются, что ли, там? Так холодно. Так, сейчас у нас сделается кухня, улучшится. Есть. О, уже не 3 и 4 блюда, а уже 6 блюд.
вмещает в себя. Так, медицинская раковина. Тут так что-то много занимает, я тебе скажу, вот это вот все дело. Больничку-то я буду сегодня делать или нет? Все, а куда он побежал? В столовку кому хватит? Тот, тому и повезло, что ли? Смотри, как ломанулись. Оу! Да ну! Ребята, да что такое? Только что на наших глазах чувачок помер. Вот здесь вот он был. Прикинь. Не добежал. Я думал, что он так ломанулся? Не хватило ему, ребят, короче, энергии. Видишь? Желудок. То есть вот-вот может отдуплиться. Если она сейчас не успеет поесть, то все, хана ей будет. Вот такая вот суровая игра, друзья. Не все так просто. Не все так просто. Так, мне за кристалл, наверное, можно промотать. Сколько там надо проматывать? Бесплатно 120 минут. Так, почему? А, ну да, конечно же. Конечно же, тут же нужен второй уровень. Угольная шахта нужна второго уровня. Ты сомневался в этом? Вначале делаешь угольную шахту второго уровня, потом делаешь это. Ну, один чувак у нас умер, видишь? 5 из 6. Как он, дурачок, не добежал, я не понимаю. Просто не успел. Бежал, бежал там. Он еще как-то побежал, интересно, сюда забежал. Потом вот так, так, так. И где-то вот здесь вот он отдуплился. Мог же вот так вот напрямки взять тарелку, сесть, еще перекусить, и все было бы нормально. Нет, он там крякнул, дуралей этот. Ну что, еще одну общагу. -12,5 градуса. Это не так холодно, ребят. В моем краю -12,5 градусов. Это вообще жарище, ёк-макарёк. У нас 30-ка, это да. А 12 градусов это побаловаться. С баньки выбежать, поваляться в снежку. Так, давай заберем. Теперь здесь прокачиваем до второго уровня. И уже после только я смогу сделать себе больничку. Семь из восьми. Да, одного потеряли. О, смотри-ка. 8 из 8. Дополнительный какой-то. А где он сюда зашел? Это вот он и есть, спит. Видишь, на вот этих плохих кроватях они спят очень плохо. Они не высыпаются, ребят. Общежитие улучшим. Ага. Не совсем понимаю, зачем им письменный стол. Вот этого я, конечно, не пойму. Так, вот сюда еще можно назначить еще одного. Так, еще один пойдет сейчас у нас. Значит, получается, здесь прокачка. А это что такое? Форма. Форма, значит, да? Сколько? 10 градусов, можно печку врубать. В плане.
Так, они уже добывают, уже как-то намного лучше у них выглядит. Вон там раздевалочка, все дела. А что вот это такое? А, требуется герой 5 уровня? Герой? Так, болеет, выживший болеет. Понятно. Заболел, значит, да? И голодают. Заболел и голодают. А на кухне по-прежнему один повар. Так, вот и больничка. Так, предстоит получить. Нужно больше героев. Промышленная печь. Что это у нас такое? Сияющая звезда. О! Очки лечения, друзья мои. Стелла. У нас появился первый герой. Насколько я могу понимать. Скорее, этот бедолага заболел. Не волнуйтесь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы его спасти. Как ты это сделаешь? Покажи мне, пожалуйста, что ты там делаешь. Не волнуйтесь, я позабочусь о пациентах. Вот он бежит. Это она, точнее. Так, верстачок, наверное, еще улучшим, да? Фиг-то ты там улучшишь. Смотри, вот она идет. Ага, видишь, как она очень быстро, ребят, восстанавливает. Слушай, ну это красота. Это красота. Тут можно еще как-то повысить уровень ей. Улучшить. 10 из 10 уровней. Работает очки лечения 70. Нам нужно... А где, интересно, будем добывать карточки на нее? Все, что ли? Она так быстро вылечила нам пациента? Да, и он побежал, как будто ничего не бывало. Шикарно. А пока она там сидит, я могу, например... Подожди-ка, что тут у нас предстоит получить? Какой-то чувак с дубиной. Все ломанулись за хавшкой. Смотри. Голодный с Поволжья. Бегут. Надеюсь, всем хватит еды. Ну, смотри, опять куда-то. Вот нафига вот так-то идти, я не понимаю. По стеночке-то так вот напрямки не могут, что ли, сходить? Давайте, кушайте. Блин, нифига у них там, ребят. Я понимаю, почему они бежали сюда, сломя голову. Надо кухню улучшать, чтобы было тут им покомфортнее. Угу. А нас еще попросили, знаешь, что построить? Здесь какую-то мастерскую. Я, правда, в упор не понимаю, где она тут вообще будет находиться, эта мастерская, как ты ее сюда поставишь. Не знаю просто, как ты ее тут сюда поставишь, эту мастерскую. Задание выполнено. Так, предстоит получить еще какой-то там чувак у нас предстоит получить. Ну, улучшим. Еще улучшим. А что, у нас улучшается только, когда верхний прокачивается, да? Получается так. Хорошо, ну где я возьму тебе вот это вот? Подарочный набор новичка. Спасибо большое. Это не подарок. Покупать за деньги — это не подарок.
Это обдиралово называется. Охотничий домик. Промышленная печь. Второго уровня требуется. А что это за картинка такая? Угольная шахта. Подожди, ну а где я возьму промышленную печь-то? Костер. Костер же, конечно, улучшить костер. Мы улучшаем костер, и после этого у нас завершить сейчас. Так, шеф-повар не работает. Топливо скоро кончится. Офига ли топливо-то скоро кончится? Зачем так сделали? Ну-ка. Так, следующая звезда знакомая. Оу, звезда желаний. Вот он, ребятушки. Вот он, шахтер Джеймс. Подтвердить. Так, и сейчас дадут нам. Да. Это кто такой-то? Джанлука. Бросайте коктейли молотова, наносит 200 единиц урона, а также провоцирует длительный урон. А в плане, он что, мы против кого-то еще будем драться, что ли, здесь? Меня зовут Джеймс. Очень приятно с вами познакомиться. Я шахтер в третьем поколении. С моим опытом шахта заработает намного эффективнее. Я сделаю все, что смогу, чтобы вам помочь. Так. Улучшить. Задание выполнено. О, тут вон как даже. Вы слышали о звезде желаний? Это волшебный предмет. С ее огромной мощью дано справиться лишь некоторым людям. К тем, кто особенно силен. Не так давно мне стало известно, что я был из избранных. Нужно было попытаться использовать звезду желаний, чтобы усилить мои... Это критический момент нашего развития. Нужно найти больше звезд желаний. Мне нужно несколько человек, чтобы для начала осмотреть все вокруг. Карта. Сюда. Так подожди. А эти что? Ну ладно, допустим. Да, это с шокерами. Нормально. Вот оно как у нас получается. Какой огромный медведь. Подумать только, какими здоровыми они могут вырасти. Это было опасно, но мы нашли звезду желаний. Ни о чем не жалею. Это того стоило. Спасибо Джеймсу и его крепкой кувалде. В следующий раз я с вами. Да, конечно, с вами. Держи карман шире, пойдешь с ними. Так, промышленная печь. Литейный завод. А, вот оно где у нас. Нет, это мастерская, ребят. Ё-моё, и тут еще можно... Что там надо? Понял. Ну, этих, по-моему, самый классный... Нет, у этих тоже надо, ребята, улучшать их. Так, после улучшения топлива закончится через... О, не надо. Через 3 минуты закончится. То есть они легли спать уже, да? Слушай, может быть, нам выключить? Не так уж пока и холодно. 10 градусов, нормально. Должны потянуть. А этот не спит. И этот не спит, как ни странно. Мужик, ну ты бы хотя бы работал бы тогда, что ли? Слушай, может быть, нам... Давай, знаешь, что сделаем? Как там была карта? Вот это, да, карта? Предстоит получить. Какой-то пират, блин. Пойдем попробуем еще тут на карту выйдем. О, подожди. Сколько там? Ох, ну нифига тут персонажи-то. Давай-ка глянем на карту.
Они смогут пойти вдвоем? Ага, вот как. Два медведя второго уровня. Да мы их порвем, этих медведей. Далее. Третьего уровня. Вперед. Мы даже повреждения не получаем. Еще погнали далее. Четвертый уровень. Нормально бомбим. Еще поехали. Блин, шестой уровень уже опасно. Автоматически. Ну давай еще один бой. Так, чтобы седьмого уровня. А, волки уже прибавляются. Так, уже, ребята, опасно. Хотя медик захиливает их. Блин, доиграю сейчас по ходу дела. Вот кувалда мне нравится, как он бомбит. Ну, бэмс. Так, все, пока, пока достаточно, ребят, домой. Топливо осталось на одну минуту. Эй, сфига ли, блин. Не, я так не готов. Давайте, 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 ребятушки, добывайте. У меня там, блин, надо мастерскую еще ставить. А мастерская тоже от угля зависит. Ядрен матрен. На семен-то. Че так жрет-то, как прожорливая бабка? Надеюсь, ну это тут... Че, такие охрененные траты, что ли? А что он делает? Почему он тут занимается возле печки? Подогревается там, понимаешь, возле печурки греет. Да, без мастерской ничего не сделать. В плане, я не понял. Не хватает сырья. Да как не хватает сырья-то? Вон они несут тебе сырье, блин. Ты завязывай давай. Сейчас 12 часов будет хавка, блин. Это, он там... И в ус не дует. Так, давай, готовь. Рассусуривает он мне там. Во. Слушай, ну готовит он быстро. 10 паек он моментально почти... А, на 10 паек ему не хватило. Только на 8. Только лишь на 8. Строим. Это у нас мастерская. Опа. Сейчас кого-то получим. Да, друзья мои, это у нас Пабло. Это у нас Пабло. Пабло, он, по-моему, у нас... Где он? А где у нас Пабло-то работает? Рабочая станция. Ну-ка, улучшим. Так, а как я здесь? Ну-ка. Как я должен перейти в магазин героев? Подожди. А где Пабло? Пабло здесь у нас, по-моему, да? Вот он. Я лучше всех в сборе ресурсов. И сам, главное, ходит, шуркается. Лучше всех он в сборе ресурсов. Его нужно до 5 уровня прокачать. Парень, давай-ка я тебе посмотрю. Вот и все. А теперь иди и покажи, на что ты способен. А, если 8 уровень, то понял. Если он получает 8 уровень, то мы еще одного можем открыть. Не-не-не-не-не, подожди. Вот.
Восьмой уровень, то есть у нас прибавляется еще один сборщик мусора. Однозначно нам некого. Однозначно некого, потому что у нас с тобой... Так, ну, во-первых, они пошли жрать. Народу дофига, хавки мало. Кому-то, блин, не хватит. Ай-яй-яй. Так, а я не могу здесь еще одну столовку поставить. Она одна только, ребят. Их 10, блин. Кому-то не хватит еды. Да они не такие уж и голодные, ты посмотри. Тут есть, да, некоторые. Вот, например. А там некоторые вообще сытнее сытых. Зашибись. А вот этим не хватило, пришли. Нет, одному хватило только. А эти пошли грустные. Зашибись. Молодцы. Шваркнули нас, короче, с едой. По полной, блин, программе. Топка. Ну и топка. Ну, медика-то тут все хорошо. Блин, где мне найти персонажа, который... Требуется герой 5 уровня. Где его возьму? Так, эти металл добывают. Нам надо с углем что-то делать. Да я не могу никак ему этот... Видишь, не хватает у меня вот этих вот. Что будем делать? Может быть, в этот надо идти? А, вот. Блин, в магазин. Открыть. Открываем. Может быть, здесь она? Нет. Здесь Пабло. Давай еще одну. Реклама не готова. Реклама не готова, ты понимаешь? Просто реклама не готова, и все. Твою налево. Вот, может быть, здесь? Ну, наконец-то. Наконец-то. Шарлоточка. Тебе-то радость мне и не хватало. Тебе-то радость мне не хватало. Шарлотта, я, кажется, знаю о твоей организации. Тебя называют вдова, верно? Ха, а ты довольно много знаешь. Кто твоя цель на этот раз? Что, Дэвид, хочешь узнать, откуда у меня такое прозвище? Нет, не хочу. Приношу свои извинения. Пожалуйста, опусти лук и стрелы. Чувачок, выпендриться решил. Знает он вдову, ага. Сейчас бы тебе дырку во лбу бы сделала бы. Эта вдовушка. Тогда бы ты действительно узнал бы, почему у нее такое прозвище. Некого назначить. Ну как так-то? Блин, а нам в любом случае надо кого-то назначать. Давай, наверное, с... Блин, да тут и так нехватка. Ну, с угля сносить нельзя, ребята, никого. Это однозначно. Придется все-таки с металла. Как бы это плохо ни звучало, но... У нас нету выбора. Становится холодно и темно. 10 градусов это фигня. Кто-то голодный, да? Кто-то у нас голодный, блин, опять. Они куда бегут-то? Пошли хавать. А у нас, как всегда, мясо только на 7. Хотя вот еда есть, ребят. Вон, 3-4. Но почему-то повар, блин, постоянно куда-то сматывается. И опять, наверное, самые сытые. Ну, самые сытые ребята берут, блин. Ты прикинь? Ты вообще борзели, блин.
Ну, вон этот вообще, ребята, еле-еле там в конце с концом. Зашибись. Сытые пришли непонятно, блин, откуда. Схавали, а сейчас придут голодные, блин, и им шиш, ничего не достанется. Офигенно. Так, ну я думаю, на ночь нам хватит уголька, да? Я даже пока тратить не буду. Пока они тут стоят, мы пойдем, наверное, сходим. Подожди, тут можно работать, работать. Блин, работает, работает он. Он бандит. Он бандюга. Я пошел в этот. На территорию. Ой-ой-ой. Так. Ну. А что это такое? Так, положительные эффекты фракции. Когда три героя одной профессии вместе отправляются на поле боя, они получают бонусные очки атрибутов и добавляют еще 10% войск. Атака плюс 15%, защита 15%. Ага. Когда на поле боя вместе отправляются три героя одной профессии и еще два героя другой профессии, они получают бонусные очки атрибутов. Вот это у нас в данный момент активно. Хорошо, тут мы их шинкуем. Красиво. Давай еще партийку лупанем. Так, тут какие-то дикие кабаны. О, они станут. Е. Разбомбили. Ну что, еще партийку? Давай, давай еще партийку. Красные, они для нас уже красные, ребята. Это лоси. Но я тебе скажу, что они очень... Слушай, ну лоси легкие. Да, легкие лоси. Этот с дубиной, ребята, он уже покореженный, поэтому... Пойдем-ка мы домой, наверное. Ой. Ой-ой-ой. Сколько времени? 3 часа ночи. Сейчас будет уже подъем у них. Надо что-то с этой сделать, со столовкой, блин. Нам нужны вот эти вот инструменты. Форма. Без этой формы мы ничего не сделать не сможем. Почему только один здесь будет? Ну, встаем. В 4:30 они встают, да, там, по-моему? Ну, смотри, они... Вот эти вот хорошо высыпаются, а вот эти вот... Нет. Слушай, кровати у них никудышные. Так. Улучшить общагу? Ну, сейчас посмотрим, как он тут будет работать. Вон, я вижу, там идет, по-моему, да, желающий. Да, идет. Он уже голодный. Этот чувак уже голодный. Я не знаю, как он там до 12 проживет у нас. И сейчас посмотрим, сколько он будет делать. Сколько форм он будет делать. 32, да? Давай-ка прокачаем до 8 уровня. По-моему, там на 8 уровне должно еще появиться место одно. Нет? Нет? Странно. Я думал, что на 8 месте здесь появится. Но, видишь, нифига. Три голодных. Ты будешь, блин, готовить хламон? Не хватает тебе, что ли, там что-то? Блин. Охотничьи принадлежности, трофеи. П-50.
Почему в охотничьем домике нету никакого этого? Как тебе объяснить? Во всех зданиях есть там смотрящие, а в охотничьем домике смотрящего нет. И на кухне тоже, кстати, нету, да? А должен быть? Нет, нету. Мясо-то ему принесли, он готовит, он в принципе и рад готовить. Мяса очень мало добывают. И что они? Вот что вы сюда пришли? Заточить ножи свои пришли, да? Ну хорошо, заточите свои ножи. Охотничий домик. Вот. Вот. Пошел, пошел, пошел. Голодный просидел там, провалялся где-то, ё-моё. Землекоп. Так-с, сейчас, подожди секунду. Совсем чуть-чуть не хватает. Блин, ну почему он здесь один? Он тут один будет до посинения, блин, стругать свои эти детальки. Ну согласись. Да, он тут будет до посинения нафиг работать. Построим еще одну общагу. Ой, зря я это делаю. Сейчас же придет народ. Вообще хавчика не будет хватать. Может, трофеи? Я не знаю, что трофеи дают нам. Мясо 0,2. А, понял. Трофеи, то есть трофеи дают нам большее количество мяса. Вон, эти самые-самые голодные бегут. Добежали бы хоть, я не знаю, ну, я имею в виду, чтобы не дуплиться. Да бери ты быстрее тарелку супа, я тут сейчас за тарелкой супа еще сдохнешь. Вместе с тарелкой супа просто и отдуплиться. Этим вообще, ребята, пайку вдавать нельзя. Вот которые сытые. Эти сами голодные, прикинь. Он бежит, а ему не хватит. Он прибежал, а ему не хватило еды, блин. Здоровски. Обалдеть. Теперь только если на вечерний ужин, блин, ты успеешь. И то не факт. И то не факт, а. Да как так-то? Вот такие вот, ребят, пироги. Зашибись. Просто взяли, шваркнули его на пайку. Теперь он будет голодным. Зашибись. Так, улучшить. Доска для проектов. Сколько там он уже делает? Получается 4,9, да? А это сокращение 0,3 секунды. Угу. Да, тут-то, конечно, блин, получилось... Вообще наинелепейший. Просто кинули чувачка и все. С кухни надо что-то делать. Вот. Улучшаем кухню до второго уровня. Но это не дело, ребята. Офигеть, чтобы еды им не хватило. Блин, тем более охотник. Охотится для... Самое обидное, что ты ходишь в лес, охотишься, и тебе не хватило еды. Я бы, наверное, я не знаю, что бы я там сделал бы. Ты носишь хавку, а тебя просто шваркнули, блин.
Потому что я, видите ли, ходил за мясом, и я не успел этот принести. Ох ты, что это такое? Комфорка. А, ну эту комфорку мы улучшили до 20 уровня. Конечно, обидно было бы. Такс, можно будет, в принципе, еще улучшить. Так, а здесь по койкам что у нас получается? А, двое неназначенных, да? Двое там опять дуркуют, просто дуркуют. Что здесь? Отто, у тебя есть минутка? Конечно, Стелла. Я беспокоюсь, помнишь, когда на Джеймса и других напали? А еще в последнее время при добыче железа многие рабочие получают травмы. Думаю, нам нужно улучшить больницу. Хорошая мысль, Стелла. Нам понадобится форма железа и уголь. Спасибо, Отто. Я смогу эффективнее помогать раненым и больным. Тонкий намек, да? Блин, а точно мне надо это делать? Становится холодно и темно. Ну, я понял. Может быть... Так, 9.79. Уже лучше, ребят. 9.79 пойдет. Угу. Минус 0.3 секунды еще. Так, они успеют перекусить? О-о-о! Завершить сейчас. Слушай, ну смотри, хавка-то. Все, ребят, нормально. 14 из 14. Лишь бы, блин, им хватило всем. Еды, я имею в виду. Видишь, двое спят, двое голодных. А что двое спят? Не понял я. Выжившие устали. А, вон они, это уставшие. Я думал, спят. Слушай, еды хватило вроде бы как всем. Нет, там еще идут уставшие. Но еще три порцайки есть. Слушай, по-моему, хватило всем, ребят. Да, и это круто. Все, они все поели, все шикарно. Так, постройка еще одну общагу. Один только вот какой-то уставший, чересчур. Вон он, это дед этот. Дед, который занимался, по-моему, колодками. Вот этот вот. Сейчас придут еще выжившие. О, 1400. Улучшить. А что их тут? А, их уже по четверо в домике, да? Вначале было по два, потом... Потом становится по четверо. Угу, понял. Так, ну пока наши ребята спят, я думаю, наверное, сходим на этот. На охоту. Поехали. Обалдеть, как она с шокером своим шпарит по ним. Кто-то там снежками бросается. Коктейли Молотова. Ну, этого почти, ребята, завалили. Вот что я тебе хочу сказать. Он почти уже не желез, не желез, а на соплях. В плане, я же включил все, что у меня. Промышленная... Печь для того, чтобы... Ну, тут дофига нужно, чтобы ее улучшить. И тогда нам будет доступно что? Литейный завод и еще одно общежитие, что ли, получается. Так, вот это что они хотят мне тут показать? Я не могу понять. А, все, я понял. Че, у нас... Подожди. У нас в мастерскую... А, ну да, все. Теперь их двое, может быть. Что-то я как-то не проглядел этот момент. Что их двое можно было там уже опять. Так, с едой, слава богу, все нормально, да? Выработка 66,3, это мясо. Для одной порцайки, там я уже не помню, сколько нужно. По-моему, 7 мяса для одной порцайки. Стоимость 4, вот, 4 для одной порцайки.
Он добывает 66. То есть десятка точно у нас. Подожди. Ну да. На 15 порций нам хватает. А, у нас еще и... Опа. Все, ребята, вообще в шоколаде. Стоимость... А почему стоимость получается? А, ну он понял, он тратит 8 мяса. Получается 2 еды. Ну так сейчас заживем. Сейчас заживем. Сейчас все у нас будет в шоколаде, ребята. Фу, стабилизируемся наконец-то. Так, сюда еще одного возьмем. Так, у нас, по-моему, вот тут вот не хватает. Нет, тут все нормально. И уголька у нас хватило, кстати. Можно... А что для прокачки не хватает? Ага, материалов этих. Ну, сейчас эти ребята тут у нас займутся. Почему-то именно 2 старика сюда идут. А можно тебе прокачать? Можно. Шарлоточка у меня прокачалась. Ну вот, 68, совсем другое дело, ребят. Совсем другое дело. Выработка 2,3. Тут 3,2. Тут 3,7. Ну нормально, нормально. Работают. Один неприкаянный остался все-таки. Все-таки один неприкаянный остался. Не хватает. Сейчас улучшим еще домик охотничий. До 3 уровня. Ух, пойдут у нас. Полетят клычки по закоулочкам. А, больничку она просила еще улучшить. Говорит, много травмируется, но я что-то, честно говоря, не видел, чтобы кто-то у нас травмировался. Давай по чесноку. Так, книжная полка. А, книжная полка дает нам ускоренное высыпание. То есть мы лучше спим. Смотри, 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 сколько. Ух, мясо-то. Совсем другое дело. Чтобы улучшить, надо вот это, понял. 4 минуты 6 секунд будет улучшаться. Офигеть, железо, конечно, дофига надо. Так, больничка. Больничка прокачивается до 2 уровня. Шикарно. Опа, информация. Нет пациентов. Запасы 69,7. А чего запасы-то? Непонятно, чего запасы. 73 запасы. Ну, кое-кто 2. 5-4 голодных. Надо кухню развивать. Надо кухню развивать. Опа! Опа! Друзья мои, металл нужен. А где я возьму металл? Металл, по-моему, берется у нас, если мы печь прокачиваем. Литейный завод, точно. Для того, чтобы прокачать печь, что там надо-то? 594 этих материалов. Да ее просто, они побежали на обед. С криками «Ура!» бегут там. Давай хавку нам. Давай хавочку. Угу. Давайте, берите по порцаечке. Нифига там, дед. Ты там на колодках-то, на этих инструментах. Тебя там что, гнобят, что ли? Ё-моё, вообще не доедает. Этот вон сытый, этот сытый. Прикинь, тут половина сытых. Просто вон. Даже нисколечко энергии не потратили. Вот в отличие от этих. Посмотри. Он там бедный наладом дышит.
На последнем издыхании пришел там, на последних силах, тарелочку эту в руках держит несчастную, смотрит в нее, у него слезы наворачиваются, ё-моё. Даже соли не надо добавлять, ты понимаешь? В кашку в эту, потому что она от слез его соленых становится. Вот такие вот дела, блин. Да, кому-то не хватило. Пришли, а тут пусто. Просто пусто. Так, минута и 13, и у нас будет улучшенный охотничий домик. С углем тоже все как-то не очень гладко получается. Шеф-повар не работает, шеф-повар не работает. Да, я понимаю. Есть, угольная шахта. Все в эти, блин, колодки упирается, а? Ты посмотри. Они везде нужны, эти колодки. И их всего здесь двое. Шкаф с инструментами. Сколько он там добывает? За один такт. 72. Соответственно, если мы барышню нашу прокачаем, а мы ее прокачать пока не можем. А где-то же карточки на них получать надо. Ну, можно. Где-то. Вот только где? А ну-ка. Да, ребята. 4 минуты 58 секунд. Слушай, а если я сейчас закончу, я когда зайду в игру, я откуда начну? С какого момента? С этого или нет? Или дождаться уже ночи? Обеденный стол, комфорка. Но я не смогу прокачать кухню пока. Пока у меня не появится сталелитейный завод. Сколько там у нас? Давай. Улучшили? Вот здесь у нас будет сталелитейный завод. Строительство завершено. Предстоит еще получить. Ага. Он где-то есть. Он где-то есть, ребята. И, наверное, он у нас будет тут. Ой, подожди. Так. Хе-хе, деревянный ящик. Он должен быть здесь, ребят. В плане? Эй! Ну я на это не... Да ну! Хорош! Вот же мне тут показано. Поставить его. Так, ну что, ребята идут на этот, на ужин, короче. Ужин перед сном. Ну да, у меня 16 еды как раз на 16 человек. То есть по одной порции на каждую человечка. Только обидно, вот действительно, ребята, вот есть зажравшиеся морды. Ты посмотри. Ну куда ему жрать, блин? У него вот так полностью полоска, блин, с едой. Вон, вообще. Даже ни грамульки не опустилась. И вот эти вот, которые тут вот. Ну как так-то? Я в шоке. Просто я в шоке от этого всего. И мне непонятно еще одной вещи. Где я должен взять вот этого персонажа? Перейти в магазин, да? Хочу перейти. Открыть. А не откроет же, да? Нет, ребята, реклама не готова, и все. И все, вот не готова реклама. И хоть ты тут что-то тут делай. Обидно. Так мы получили бы карточку.
готовы, не реклама. Что, чё? Да как так, уголь-то скоро кончится? Пипец, добываем этот уголь. Он скоро кончится. Он скоро кончится, уголь. Водяной насос. А у нас это улучшилось же, да? И чего тут? И что мы тут улучшили? Чего мы тут вот улучшили? Ты мне объясни, в этом охотничьем домике ничего не улучшилось. Людей не прибавилось, ничего не прибавилось. С литейкой с этой непонятно, что надо делать. Я пойду, короче, на карту пока. Рискну, ребят, своим здоровьем. Ёпперс, это 11 уровня. Ой-о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 й. И этот, да, сейчас погибнет. Да, это как-то... Это как-то опасно. Не знаю, у них тут все хорошо. Никто не плачет, что морозно, холодно. Там нет этого знака сосульки. Так что я не буду пока врубать печи. Да, друзья мои, давайте мы, наверное, на этом сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.